специальный день, который был посвящен памяти новомучеников и исповедников российских 20 века, у слушателей была возможность проанализировать выступления коллективов и выделить наиболее понравившийся им хор или ансамбль. По итогам голосования были определены три коллектива, набравшие наибольшее количество голосов. Лауреатом, занявшим первое место на 4-м международном Свято-Владимирском фестивале православного пения «Просветитель», становится архимандрит Никодимус Каварнос, Греция. Архимандрит благословляется памятной статуэткой святого равноапостольного князя Владимира, а также дипломом участника фестиваля. Первое место.